Приветствуем, трейдеры! Сегодня рассмотрим новую торговую стратегию для бинарных опционов под названием Elastic Trader. Это реверсивная, сигнальная торговая стратегия с применением нескольких индикаторов. Стратегия разработана для покупки бинарных опционов в момент повышенной волатильности рынка. Если резинку усердно натягивать в одну сторону, в скором времени она порвется и отскочит назад. Аналогичным образом работает и стратегия, когда рынок слишком быстро и агрессивно двигается в одну сторону, рано или поздно произойдет разворот цены. К примеру, если рынок перекуплен, через некоторое время будет отличная возможность для продажи. В стратегии используется несколько индикаторов: индикатор перекупленности, перепроданности рынка, сигнальный индикатор, а также подвальный индикатор в виде осциллятора. Рассмотрим эти инструменты более подробно. Индикатор перекупленности и перепроданности – это уникальный инструмент анализа рынка, который информирует о силе импульса валютной пары. Пурпурная рамка сигнализирует о перекупленности рынка и возможном снижении цены. Зеленая рамка показывает, что рынок перепродан и ожидается повышение цены. Расчеты сигнального индикатора построены на формуле стандартного индикатора ADX, но, в отличие от классической версии, новая версия индикатора отображает на графике готовые сигналы для открытия сделки. Как только сигналы сформировались на графике, они не перемещаются и не исчезают. Другими словами, они не перерисовываются. Также, в стратегии используется еще один индикатор – осциллятор. Правила работы с осциллятором. Пурпурный столбик гистограммы – это сигнал call. Красный столбик гистограммы – сигнал put. Лучшее время для входа в рынок возникает в момент пересечения индикатором нулевой отметки, а также на дивергенции индикатора и цены. Стратегия заключается в том, чтобы определить на графике моменты перекупленности и перепроданности валютной пары и предугадать подходящий момент для того, чтобы сделать ставку. Для анализа ситуации на рынке используются индикаторы перекупленности и перепроданности, сигнальный индикатор, быстрый осциллятор. Правило для ставки call. Цена вышла из зоны перепроданности, зеленого квадрата. Сформировалась зеленая стрелка вверх. Гистограмма выше нулевой отметки, пурпурного цвета. Перед покупкой контракта call необходимо дождаться перепроданности рынка, это основа всей стратегии и первый сигнал для входа в рынок. Точка входа формируется стрелками вверх сигнального индикатора и подтверждается пурпурным цветом гистограммы осциллятора. Правило стратегии для покупки put-опциона – цена вышла из зоны перекупленности пурпурного квадрата. Сформировалась красная стрелка вниз. Гистограмма ниже нулевой отметки красного цвета. То есть, аналогичные правила, как и для контракта call, только в обратную сторону. Все рыночные сделки открываются только после подтверждения сигнала осциллятором. Торговля не ограничена по времени торговой сессии, но следует отметить, что наилучшие результаты стратегии наблюдаются в период повышенной волатильности рынка с 12 часов до 20 часов МСК, либо с 16 часов до 20 часов МСК. Если вы предпочитаете внутридневную торговлю, рекомендуем воздержаться от открытия сделок после 20 часов. В это время, обычно, рынок отличается небольшой волатильностью и переходит в стадию флета. Подытожим всю информацию на конкретном примере. На графике 5-минутный чарт валютной пары фунт-доллар. В левой части графика цена вышла из зоны перепроданности, сформировался сигнал вверх, который не подтвердился сменой цвета осциллятора. Повторный выход цены из зоны перепроданности, наоборот, подтвердился осциллятором, после чего следовало открыть сделку call выше. По правилам торговой системы, экспирация длится не более 2 свечей, в нашем случае это не более 10 минут. В середине графика можно увидеть еще одну точку входа уже для покупки контракта put. Цена вышла из зоны перекупленности пурпурного квадрата, сформировался сигнал, подтвержденный осциллятором. Этот пример – один из лучших примеров точки входа по правилам данной торговой стратегии, так как сигнал сформировался на пересечении осциллятором его нулевой отметки. Это все правила торговой стратегии Elastic Trader. Описание стратегии на сайте, индикаторы, а также шаблон стратегии размещены в описании к этому видео.
Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки и задавать вопросы в комментариях.